В инженерном институте Казанского университета прошла конференция «Углеродные материалы», где организаторами и основными докладчиками выступило акционерное общество «Неграфит», которое входит в контур управления государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Суть конференции, которая впервые с нашим участием прошла в инженерном институте, заключается в создании кооперации научных подразделений Татарстана и госкорпорации «Росатом» в целом для решения задач в интересах и «Росатома», и Республики Татарстан. В конференции приняли участие не только предприятия Республики Татарстан, но и бакалавры и магистры инженерного института, которым была интересна эта тема. В докладах прозвучали вопросы дальнейшего трудоустройства студентов. Вот как раз сейчас мы наметили пути сотрудничества и обговариваем и конкретные, как сейчас принято говорить, дорожную карту, в которой будут уже указаны пункты, которые мы могли бы развивать. Вот в процессе конференции эти пункты были выявлены. Всего конференция будет длиться 2 дня. Сначала спикеры выступят с докладами, а на другой день пройдет знакомство государственной корпорации «Росатом» с другими институтами Казанского федерального. Коллеги из других компаний подчеркивали, выступавшие до меня, после меня. Она заключается в том, чтобы найти хорошие инженерные, технические, материаловедческие решения для предприятий Татарстана. Взаимосвязь инженерного института КФУ и российского атомного сообщества «Неграфит» в дальнейшем будет очень полезна и необходима как университету, так и государственной корпорации «Росатом». Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.